В Нижегородской области продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Ремонтируются не только дороги, но и мосты. Например, произошла очередь до моста через реку Узолу в Кавернинском районе. В настоящее время выполняется ремонт мостового сооружения через реку Узолу на автодороге Рещи-Дурандина в Кавернинском районе. Состав работы... Мы занимаемся приведением в нормативное состояние несущей конструкции. Будут выполнены работы по замене мостового полотна всех дорожных слоев, по замене, по ремонту консольной части. Мост, скажем так, находился в неудовлетворительном состоянии. В частности, не было практически здесь дорожной одежды, проезда. Нарушена была гидроизоляция, то есть... Были сквозные протечки по мостовому полотну. После того, как мы сделаем все выравнивающие слой бетона, защитный слой, поклеим гидроизоляцию, затем защитный слой, и по нему уже будет двухслойное асфальтобетонное покрытие. Будут новое перильное ограждение оцинкованное, будут новые деформационные швы по типу МАУР, только нашего российского производства, аналог немецкого шва.